того, щоб кожен відчув, що він вкладає ну, в фразу, так, коли він говорить про це місце. Так? Щоб ви розуміли, що місце може бути статичним, місце може бути ось, воно може бути маленьким, воно може бути більшим, воно може бути великим. Це місце, де зустрілись два світи, можемо, якщо дослівно це буде звучати, це місце, де зустрілись два світи. Ты расскажи, пожалуйста, про это место, почему мы сейчас именно здесь встретились. Ну, парк Шевченко – это одно из немногих мест, куда я выхожу проветриться, так сказать, немного выйти, посмотреть на людей. И здесь очень часто много всего происходит, тоже снимают какие-то программы, дети, люди. А где еще ты гуляешь, кроме этого? Честно говоря, вот здесь там разовые какие-то вылазки в кафе или в кино, которые запланированы там за неделю, потому что машина одна, и родители, и работа, и как-то я добраться до этого всего должна, и всем моим друзьям приходится со мной нелегко, потому что со мной надо забивать даже такие простые встречи, и случайно, например, наткнуться друг на друга, это нереально. Скажи, а вот, например, если есть какие-то варианты, да, куда пойти вечером или днем, или там где гулять, вот на чем базируется твой выбор, куда ты пойдешь и куда ты не пойдешь? Банально до ужаса просто, где есть доступный туалет, причем даже не такой широкий, большой, как для инвалидов, просто обычный. У нас, если задуматься, очень много вот этих стоячих чаш. Ну, просто тот, кому это не принципиально, может быть, говорит, да нет, где-то столько же, сколько и сидячек, на самом деле, советских таких вот штук очень много. И для меня это значит, что нет возможности вообще никакой. И на этом тоже базируется мой выбор. А базируется на том, насколько скользкое покрытие у ступенек. Зима это или лето. Я люблю концерты, музыкальные группы, я вот... В этом году вообще как-то зачастила 3 раза на больших концертах бывает. Ну, например, палац спорта, это надо знать места, это надо знать конкретно, как это, сторону трибуны, сектора, да. Надо знать сторону сектора, которая будет более или менее удобна. Потому что верхние ярусы, это этажей, там очень мало места, пространства для ног. Это очень мелкие моменты, понимаешь, это очень, они незаметны для людей, которым это не надо, но они очень важны для людей, которые, ну, по-другому не могут. Еще все зависит от того, что это надо каждую яму, каждую выбоину, каждую лестницу, это все надо учить. Это как движение в танце. Ты заучиваешь, вот точно так же ты заучиваешь, как преодолеть вот эту неровность, как поймать в ней равновесие. Thank you.
це три кокерники? Ми сирево там брали. Ага, хорошо. Хорошо. Я лишня, бачу. Я лишня, не знаю, чого я прийшла. А що я нашла? І я? Смотри, она перешагнет по количеству шагов. Она делает 32 шага. Вот это ее 31 шаг, ага. Вот это 32 шаг. Ага. Она поворачивается. Ага, хорошо. Здесь, если ты видите, что она, например, как бы сюда, ага. Ты говоришь ей раз, и она повернется. Тебе нужно будет тогда, если она говорит, что она врезается, например, мне кажется, что это будет открыто. Да, я тоже так. Вот. Мне кажется, это будет открыто. Если как даже нет, то ты просто идешь. Я не буду выходить, естественно. Да, нет, не надо. Да, конечно. Я тебя возьму за руку. Ну, вот эти два. Погружение и как я танцую и что-то. Что-то еще. Что-то да, сейчас. Давай по всем пробежимся и поймем, какие еще надо. Давай. Ну, давай первый. Да. Ты сказала. Да, я пустила ручки. Потом. Это место видит, как я танцую. Я танцую, это место видит. Опустили. Потом Саша. Глубокое погружение и дыхание. И. Где опять забыла? Медленно. Ну давай так, чтобы людям не мешали, да? А вот ты так видишь меня чуть-чуть? Ну, силуэты только. Ну, короче, да. То есть давай по прямой, где нет ступенек, каких-то порогов и народа мало, чтобы, ну, я... Да. У меня было плохое зрение с детства, вот, но оно позволяло мне читать, учиться, вот, передвигаться самостоятельно. К сожалению, 2 года назад заболевание спрогрессировало, я потеряла зрение. Сделала несколько операций, но восстановилась только до светоощущения. Но я не отчаиваюсь, я живу дальше. Вот. Скажи, пожалуйста, а как изменился для тебя город после операции? Твое вообще его восприятие и твое ощущение тебя в городе? Ну, Киев достаточно сложный город для перемещения незрячего человека, потому что нет тех, скажем так, обязательных элементов, да, которые должны быть и облегчали бы жизнь, передвижение незрячего человека в мегаполисе. Очень мало озвученных светофоров. Скажи, а как ты перемещаешься в Киеве? Я перемещаюсь либо с подругами, со знакомыми в сопровождении, с кем-то, ну, с родственниками, либо на такси. То есть в метро я практически не езжу, потому что до него еще нужно добраться, до этого метро.
какие-то архитектурные вещи, какие-то вот что-то про здание, а очень часто город это про человеческое отношение, это про людей. Это про умение в первую очередь во мне увидеть не мои палочки, например, а человека. Девушку, которая вышла на прогулку в солнечный день. Вот это тоже о городе. О том, что, ну, например, многие мои знакомые, которые новые в моей жизни, они думают, что я вообще как стационарный компьютер, который не может перемещаться никуда, поэтому ни у кого даже не возникает мысли пригласить меня, скажем, ну, пошли в кино посмотрим, пошли мороженое поедим. Я когда вот... Очень часто я инициатор вот таких вот вещей, и я понимаю, что людям это непривычно, я вижу этот взгляд как бы привыкания, но я его не осуждаю. Вот пусть лучше они будут говорить вот офигеть, так можно, вот, чем какие-то вещи, потому что когда я была ребенком, вот это особенно тяжело, когда ты можешь вызывать две эмоции, страх или жалость. И это обе некрасивые эмоции, ты не знаешь, что из этого лучше, хуже, все чудовищно. Ну, ты чувствуешь, что ты другой, потому что все вокруг тебя другое. Ну, нету, например, ну, сейчас появляются в ограниченной серии, но тогда не было. Это все игрушки, люди на телевидении. Для того, чтобы я понимала, что я норма, да, я не отличаюсь, я должна видеть точно таких же, как я, вокруг себя, да, все время. Есть люди отзывчивые, предлагают там помощь свою, так, общаются. А есть, ну, удивляются, например, вот. Как так, незрячий человек выходит на улицу. И такое бывает. А как бы ты хотела, чтобы люди реагировали и вообще вели себя? Ну, я хочу, чтобы окружающие не смотрели на незрячих, как на белых ворон. Чтобы они понимали, что есть люди, которые отличаются от остальных, но такие же абсолютно люди. Они также живут, работают, отдыхают. Я хочу, чтобы спокойно относились к этому, как в Европе, как везде, во всем мире цивилизованном. Чтобы это не вызывало какое-то удивление, что... не видит и где-то ходит. Я думаю, что со временем так и будет. А почему ты сегодня предложила здесь снимать почтовое? Ну, потому что это огромное пространство, вид на Днепр. Очень люблю речку Днепр. То есть такая особая атмосфера, здесь красиво.
Это место, где я впервые услышал тебя.